Всем доброе время суток, представляю перед вами автомобиль, у нас Lexus RX 2012 года выпуска, автомобиль оснащен мотором 2,7 литра, на автоматической коробке передач, также у автомобиля всего лишь два владельца, автомобиль в идеальном техническом состоянии, красивый внешний вид, чистенький ухоженный салон, приятная комплектация, переместимся в автомобиль и вместе с вами все рассмотрим. Здесь у нас с вами вот такой вот замечательный кожаный салон, сиденье, карты дверей выглядят хорошо, очень, кстати, качественные материалы. Кожа красиво выглядит, карты двери у нас тоже состояние отличное. Спереди у нас с вами такой же замечательный салон, сиденье, карты дверей, панель, водительская дверь, состояние хорошее. Оба передних кресла у нас с вами с электроприводом, как водительская, так и пассажирская. Водительская у нас также еще дополнительно идет с памятью. Ну а теперь давайте я вам дальше расскажу про комплектацию. Значит, в комплекте у нас идут два заводских штатных ключа. Заводим автомобиль. Автомобиль заводится идеально. Так, значит, по комплектации. Итак, значит, у нас с вами стеклоподъемники, блокировка стеклоподъемников, блокировка дверей. Также имеется регулировка зеркал, функция складных зеркал. Память сидений я вам уже показывал. Значит, у нас с вами имеется здесь омыватель фар, кнопка открывания бензобака. Здесь у нас кнопка подогрева зоны дворников. Так, идем дальше. Здесь у нас с вами располагаются подогревы передних сидений на три режима. Очень, кстати, удобно. Кнопка отключения стабилизации. Сама коробка передач. Чуть повыше у нас с вами располагается управление климат-контролем. Также имеется обогрев. Одновременно включается заднего стекла и зеркал. Тут у нас уже с вами располагается управление штатной системой. Кстати, музыка тут играет довольно приятно. Приятно играет музыка. Звучание такое мягкое, приятное. Ну, это, соответственно, с вами, можно сказать, бортовой компьютер, отображает климат-контроль, название радиостанции, время. Так, кнопочку старт-стоп, есть круиз-контроль, также у нас с вами есть датчик света, датчик дождя, соответственно, мультируль. Автомобиль заведен, ровно работает мотор, ошибок абсолютно никаких не горит, пробег на автомобиле составляет 215 тысяч километров. Ну, в принципе, для Lexus я считаю, что это не пробег. Кстати, автомобиль, поскольку заведен, можно послушать, как работает мотор. Сейчас еще работает вентилятор включен, потому что кондиционер. Так что вот такой вот замечательный Lexus на ваших экранах. Машина у нас в наличии. Приезжайте к нам на осмотр, на тест-драйв, заведем, прокатимся, все вам расскажем про автомобиль. Если вас все устроит, то машинку вы сможете у нас приобрести по системе Традин в кредит, либо за наличный расчет. Ну, на этом спасибо за просмотр. Желаем хорошего настроения. Всем доброго. До свидания.